сидела телепузики в ТикТоке. Сейчас молоко захотела. Не могу заснуть. Давление померила, чуть повышено, чуть-чуть. У горла давление чуть-чуть повышено. Это коровка. Вот здесь болит это горло. Сейчас парацетамол выпила, еще на ночь отстрелка парацетамол. Окно открывалось на целый день. Мне сегодня девушка, мы в батл с ней играем, она в Сочи живет. Я ей сказала, иду на ногти. Какой цвет? Она сказала, вот такой красный накрась. Сейчас парацетамол еще выпью от стрелку. Завтра воскресенье. Я сегодня много проиграла. Ну и выиграла, и проиграла. Тут какие-то коровки. Коровки, муровки. Горло болит. Мне не жирно. Песни поют. Вроде праздники закончились. Горло вообще у меня. Сегодня окна открывала целый день. Проветриваю. Сами знаете, общага. Девчонки, спасибо за поддержку. Мне сейчас в WhatsApp пишут. Видите? И под видео пишут насчет этой ситуации. Угу. Спасибо большое вам. Не могу. Сейчас еще сетку йод. Молоко. Еда – это чудо. И молоко тоже. Угу. Вообще бесподобно вкусно.
до этой записи. Ой, не могу, ребят. Сегодня много у меня с батлом было. Из Ютуба Анюта. Она в Липецке живет. Угу. Еда — это чудо у меня. Мне не жирно, вам не знаю. Это я готовлюсь. Ой, как наелась хорошо. Теперь можно. Здесь болит меня, ребят. Горло обратно. Мне это ангина уже и горло. Всю жизнь. Всю жизнь у меня. А я, видите, окно открывала целый день, и дверь у меня нараспашку. И это продуло. Надо-то нормально или то открывать, правильно? Не молодая же. Я сейчас, ребят, это... Второй свой канал в Ютубе. Все почистила. Авторские права столько много. Я там нашла часы сколько. Ну, то, что я почистила, авторские права, там просмотров мало. 5-7, ну, 50. Ну, вот эти авторские права. И часы я нашла, не знаю, правильно это или неправильно. Мне кажется, часов мало там. Я про второй канал говорю. Сообщество дали у меня. А часы, мне кажется, мало у меня. Может, я не там смотрю. Я просто первый канал, я всегда... Я помню, высчитывала я. Мне кажется, мало часов там. Угу. Еще работать да работать. Я сейчас попробую второй канал. Можно мне... Эфир. Вот с этой камерой. Я там тоже вела эфиры, но только другая камера. Такая простая. Не могу спать, заснуть не могу. Зайки мои, поставьте мне везде лайки, ребят. У меня 20 числа моему каналу 5 лет. Спасибо, вы там подписались. А в Инстаграме сколько у меня подписалось сегодня? Было...
1054. А сейчас пошла. Сейчас пошла проверять. 1063. Или 64. Вот так вот. Спасибо, мне очень приятно, ребят. А здесь я семьсот пятнадцать. 5 человек подписались. Ну, мне там с ТикТока подписались люди. Я сегодня была на батлах, они мне сказали: Ольга Валерьевна, мы подписались на вас. Ладно, давайте, ребятки мои, зайки мои, муси-пуси, лайки поставьте мне, пожалуйста, и подпишитесь, и на колокольчик мне нажмите. Давайте, спокойной ночи.